условиях. Для этого можно взять ложку обыкновенной пищевой соды, поместить ее в стакан, налить уксусной эссенции. Реакция происходит очень бурно, идет выделение углекислого газа. Чтобы обнаружить углекислый газ в стакане, нужно опустить туда горящую лучину. Почему лучину? Потому что стакан высокий. Хотя если углекислого газа накопится много, он будет достигать и краев стакана. Итак, углекислый газ горения не поддерживает, лучинка моментально тухнет. Сейчас проверим, поднялся углекислый газ до края стакана или нет. Поднялся. То есть у нас получился полный стакан углекислого газа, CO2. Получение углекислого газа в домашних условиях. Для этого достаточно взять кусочек мела, положить в стакан, сюда же налить уксусную кислоту, лучше эссенцию. Мы слышим шипение. Это идет выделение углекислого газа. Чтобы проверить его наличие, нужно поджечь лучинку, потому что стакан довольно высокий, и опустить горячую лучинку в стакан. Лучинка потухла, потому что углекислый газ не поддерживает горение.